14 человек пострадали за минувшие выходные на дорогах Новгородской области. За три дня в регионе произошло 8 серьезных аварий. Сегодня утром статистика пополнилась. В деревне Подберезье столкнулись скутер и грузовик. Авария произошла около 9 утра. Водитель мопеда, выезжая на федеральную трассу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшейся по главной дороге в сторону Санкт-Петербурга фурой. От удара об многотонный грузовик двухколесное транспортное средство опрокинулось и загорелось. Для дальнейшего развития событий сотрудники дорожной полиции объяснения пока не нашли. Виновник ДТП, водитель скутера, с места происшествия скрылся. Ведутся разыскные мероприятия по установлению личности. Медицинские учреждения предупреждены о том, чтобы они сообщили в отдел ГИБДД об обращении пострадавших с характерными повреждениями. Водитель фуры в аварии не пострадал. Получил ли травмы человек, который управлял мопедом, остается неизвестным. Сотрудники полиции просят очевидцев ДТП и тех, кто обладает информацией о владельце скутера, обратиться по телефону районного отдела ГИБДД 981-197.